Муниципальное унитарное предприятие «Видновское» дорожно-ремонтное строительное управление, а проще ДРСУ, было организовано 14 лет назад. Содержание автомобильных дорог, ямочный ремонт, замена и установка дорожных знаков и многое другое входит в сферу деятельности предприятия. И даже сейчас, в свой профессиональный праздник, День работников отрасли дорожного хозяйства, сотрудникам предприятия не до отдыха. Зима на носу. Тему продолжит Екатерина Чернышова. Несмотря на надвигающиеся холода, в ДРСУ сейчас самая жаркая пора. Переход техники на зимнее оснащение – самый важный период в году. Предприятие ведет активную работу, готовясь к зиме. Основную часть работы у нас составляет это ремонт техники, да, ее техническое обслуживание. Также заготовка противогололедных реагентов, которые будем использовать в течение зимнего периода. Сейчас на предприятии заканчивается период летнего содержания дорог – мойка и чистка. Также машины встали на круглосуточный режим. Ведется переоборудование их пескоразбрасывателями. Идет сразу и техническое обслуживание машины, пока рама свободная, значит, проверка, смазка цепей, ну и просто ТО автомобилей. На предприятии трудится 60 человек – водители, механики, автослесари, электрики. Однако нагрузка в зимний период значительно возрастает, и вследствие чего встает вопрос резкой нехватки кадров. Нужны машинисты, нужны водители, потому что это сезонная работа. А на сезонную работу сейчас мало кто идет, потому что люди хотят работать постоянно. Летом не так востребованы, например, машинисты-трактористы, как зимой, потому что зимой на один трактор 3 человека нужно, а летом 1. Еще одним из острых вопросов компании является устаревший парк машин. В прошлом году на субсидии были закуплены 5 единиц. Также Видновское ДРСУ участвует в областных программах по закупке техники. Область вот именно с этого года начала поддерживать муниципальное образование в плане вот, покупки техники для муниципалитетов, плюс субсидирование на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог. Вот. Надеюсь, что в следующем году нам удастся получить некоторые средства из бюджета. Подготовительный период к зимнему сезону продлится до конца октября. Компания оценивает свою готовность на 85%. Из 6 машин, переоборудованные пескоразбрасывателями, уже 4. Впереди замена запчастей и набор сезонных рабочих. Работа в этом месяце является определяющей для последующего полугодия. Подготовка идет быстрыми темпами. Видновское ДРСУ обслуживает городское поселение Видное, кроме того, Молоково, Развилку и Булатниково. Чистка и вывоз снега в зимний период производится круглосуточно. Выезжая на дороги нашего города, уборочная техника сталкивается только с одной проблемой – большое количество автотранспорта, что замедляет уборку снега, превращая ее из автоматической в механическую. Екатерина Чернышова и я, Дамия Елена Кошелева, Видное ТВ.